Всем привет, я Диана. А я Рома. Сегодня у нас будет новая рубрика. Мы будем делать пародии на популярные каналы. Как вы поняли, сегодня будет пародия на Дрейф. Погнали! Здорово, я Дрейф. Диана, как бы это моя пародия. Ты вроде Ксению Левчик хотела перепевать. Здоров, я Дрейф. Что бабушка, что Марьяна. Да, я сам удивлен. Марьяну перепели дети. Сейчас топ-комменты вызову, и мы начнем, окей? Я люблю тебя так сильно, что не передать словами. Я люблю тебя так сильно, что не передать словами. Хочешь видео? Тыкни лайк и напиши комментарий. Вот и все. А также подпишись в мой ВК и Инстаграм. Ну и все, мы начинаем. Чего себе начал? Магия! Алло. Алло, ты дома? А ты в школу опаздываешь? У меня два вопроса. Почему этот мальчик не дает этой девочке поспать? И второй вопрос. Почему он идет к девочке, но никак не в школу? Объяснить этот факт действительно невозможно. И вообще, он очень сильно похож на меня. Ты дуешь свои губки и красишь ты реснички. Заплетаешь ты свои красивые косички. Пролистаешь ленту, прочитаешь комменты. А неплохой у этого парня голос. Любимые каналы ты проверишь очень быстро. Я тут жду третий час, я нереально устал. Конечно, подожду, ведь ты мне тоже сестра. Вот это монтаж! Вы видели, как он исчезал? Посижу еще часочек, соберешься обязанчик. Даже можешь не чувство, когда брат с сестрой просто дружные. Блин, так у меня же есть такая же сестра. Фу, я не буду это. Я кому сказала? Я! Да, я такая, подождешь еще немножко. Я ведь девочка вообще-то и помладше на полгода. Спала я чуть дольше, проснулась чуть позже. Ну и что, что опоздала? Тебе стоит поучиться у малых. Не будьте такими злыми. Мы брат и сестра. Ничего не говорю, но я лучше поставлю лайк и подпишусь. Малые, тоже подпишитесь и поставьте лайк. И еще напишите ко мне комментосика. Читаю тут комменты и вижу, ё-моё, этот
Вот тогда, вот тогда. Андрей, дружище, как тебе пародия? Кстати, я у тебя опять очки стырил. Подпишись, если хочешь, ты оставь коммент. И поставь здесь лайк, ведь несложно взять мышку и кликнуть разок. Подпишись, подпишись.